Начнем с телефонных переговоров лидеров России и Германии. Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили шаги по урегулированию украинского кризиса. Поступают подробности их беседы. Как сообщается, речь шла о реализации минских договоренностей, проведении на Украине конституционной реформы, организации местных выборов в Донбассе на основе законодательных норм, которые должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска. Как сообщили в Кремле, Путин и Меркель выразили взаимную заинтересованность в обеспечении устойчивого перемирия на линии соприкосновения. Стороны подчеркнули безальтернативность плана, разработанного в Минске, и заявили о необходимости продолжить работу в так называемом нормандском формате. Уже в ближайшие дни пройдет встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины.